друзья, добрались до очень неплохих мест. Сегодня мы с Андрюхой приехали. Всем привет. В его родные места. Попробуем сегодня поохотиться. Даже доберемся до одной очень неплохой речки, где попробуем чего-нибудь даже половить. Взяли с собой спиннинги. Вон Андрюха уже в полной боевой готовности. С боевыми припасами. Сейчас посвистим рябчиков по дороге. Уже свистели. Да. Листочки. Кстати, да. Вот сейчас, кстати, подъехали. Уже слышно. Ну, сейчас рассвет. Примерно сейчас около 6 часов утра. Да. Да, начинает потихонечку просыпаться. По дороге еще пойдем, попробуем что-нибудь свистнуть. Думаю, даже что-нибудь возьмем. Ну, еще, конечно, поснимаем. В принципе, полной боевой готовности мы готовы выдвигаться. Давайте дальше увидимся. Так идешь по лесу, а тут бабах и столб электрический стоит. Да, бывает и такое. Ну, он уходила линия, походу. Дальше. Что, дуем прямо? Убежал. Подходим, ребят, к избе. Пробежали километров, наверное, 6 мы. По лесу. Там виднеется речка. Сейчас как раз изба стоит на берегу. По дороге подняли штук. Ну, штуки, наверное, 4 рябчика, может побольше. Одного Андрюх пытался стрельнуть. Помазал он там. Тоже помазал, он бегу бронированный, сидел в кустах. Поэтому без шансов. Ну ладно, как бы. Сейчас мы разгрузимся, подзатопимся
и попробуем пройтись вдоль речки. То, что сейчас период такой, что репчики к воде тянутся. Сегодня и завтра целый день у нас, в принципе, в запасе. Все, давайте уйдем дальше. Ребят, подошли мы к избушке. Вот так вот она выглядит у нас внутри. Да, молодцы, конечно, хозяева. За избой следит, полный порядочек. Естественно, такой мы должны оставить еще после себя. Да, классно. Сейчас затопим печечку. Приготовим что-то. Да, покушать, приготовим. Завтракаем. Время у нас. Сейчас расскажу сколько. Минут 8. Да? Да, около 8. Вот сколько. Надписи, не знаю, видно, не видно. А телефон там вышел. Угу. Такие надписи еще. Из 90-х. Походу, знаешь что, Андрюк? Она топилась раньше по-черному. Да, скорее всего. Очень даже похоже на это. Вот. 91-й год, 97-й, я так понимаю. Полдевятого. Полдевятого, да? Ага. Ну круто вообще. Может просто что-то это, печка коптила, может, нет? Не, ну, похоже, что на. Видишь, на. Ну видно, что она черная. Угу. А чё, раньше печки особо не затягивали, видишь? Делали чё? Каменку, по сути. Каменку протапливали, да. В помещении чё. Ну да, круто, конечно. Может, какая-то смола, нет? Смоль, ничего, нет? Да не, не. Похоже, на копоть больше. Так, ну чё, затапливаемся? Речку сейчас пробежались по лесу, наверное, 2 км прошли, посвистели репчиков, что-то не особо они хотят к нам выходить. Подбежал один, наверное, может, двое там такие были не совсем активные от них выходы, но Андрюха в одного стрельнул, подранил. Ну, он убежал дальше, так мы не нашли его. Места, конечно, хорошие здесь, если честно. Но что-то пока не совсем активный репчик. Хотя возле избы прям вообще свистели, как так свистели, что, как говорится, уши закладывают. Ну, до речки дошли, сейчас попробуем покидать. Может, что-то и выйдет. И пройдемся вдоль реки обратно до избы. Речка такая, конечно, темная вообще, вода очень мутненькая. Уже осенняя такая, холодная, видно, вода очень тяжелая. Надо найти ямку, конечно, под харюзу. Не знаю, речка мне не знакомая особо. Ну, сейчас поищем, походим, поищем, может, что-нибудь найдем. Достал сейчас
Ребят, вот такой моток с воды. Фу. Да. Кто-то тут сетями тоже промышляет. Нехорошо, конечно. Но сеть, походу, старая вообще уже даже. Если честно, даже. И кто-то, если и промышлял, то просто ее уже забыл. Сейчас мы ее спалим. Как говорится, увидел браконьерскую сетку, спали. Да, вот такая вот ботва. Ой, ё-моё, ладно. Дальше попробуем уже половить возле избы. Здесь уже делать нечего, я так понял. Ладно, будем потихоньку возвращаться. Так, ладно, пойдем догоним сейчас Андрюху. Такие вот тропы здесь. О! О, видно, не видно. Такая кучка. Эта тропа не человеческая, так скажем. И там, короче, мы выходили, когда с избы. Прямо возле избы там. Таких тоже пара кучек было. Бродит, ходит здесь косолапый товарищ. Ладно, в принципе, после Сахалина не особо я их побаиваюсь. Там были не пострашнее товарищи эти. Но здесь как бы тоже особо расслабляться не стоит, конечно. Андрюха! Куда-то пропал Андрюха. Ладно, побежали его искать. Так, вот, ребятки, поймал небольшого хорюшка. Вот так вот. Чуть как-то сразу он меня долбанул. Ставим. Прям сходу, слушай, ударил. Прям сходу ударил. Я думал, зацепился. Не успел провести прям. Да, вот на ямке здесь. Думаю, наверное, все-таки отпущу его. Что-то совсем. И один он может. Пускай плывет. Побежал, побежал. Подрастет, на следующий год заберем. Если парочку хотя бы можно было взять. Штучки 2-3. Что-то хоть сделать. А что с него сделал, что с одного? Воблер там оставил. Воблер оставил, надо было взять, блин. Вернулись пока, ребят, обратно домой. На избу. Пробежали пару километров вниз, вверх. Наверное, штук 6 репчиков. Мы упустили это точно. Поймали одного хорюза. И был один с хочечки такой небольшой. Ну, как небольшой, относительно килограмм, наверное, точно не был. Такой вот результат на сегодняшний день. Не сказать, что он такой удручающий, но
пока показать нечего, так скажем. Репчики от нас бегают, патрончики наши не работают пока, не знаю почему. Ну, будем сейчас отдыхать, затопили печку. Я думаю, завтра с утра проснемся, также посвистим, прямо на избе свистим, подлетают, не надо же, по-моему, никуда ходить, прямо здесь все, можно стрелять. Завтра обещают не очень хорошую погоду. Ну, посмотрим дальше. Так-то на избе вообще хорошо, тепло, замечательно вообще, просто шикарно. Сейчас отдохнем пару часиков, потом что-нибудь поготовим. Ну, наверное, потом вам что-нибудь тоже покажем. Ну, как-то так. А пока, наверное, мы на отдых. Давайте, до встречи. Доброго всем времени суток. Ребят, проснулись, короче, он со вчерашнего вечера зарядил такой противненький осенний октябрьский дождь. Рябчики все разлетелись. Рыбу, естественно, тоже не ловили. Сейчас будем собираться и выходить по лесу. Ну, думаю, что-нибудь еще постреляем. Так как на... Я тоже думаю, что... На пути сюда мы много рябчиков встречались. В принципе, просто не свистели, так как спешили на избу. Сейчас время есть, еще позволяет. Попробую сейчас еще пострелять. Избу мы уже подготовили под выход. Все убрали. Какой порядок мы приняли. В принципе, такой и оставляем. Спасибо большое этой избушке. Реально очень. Она нас выручила, спасла. Думаю, еще сюда мы не раз вернемся. Андрей Александрович. Что скажешь? Полностью согласен с этим. Да, шикарные места очень хорошие. И охотничьи, и рыбалные, и рыболовные. Поэтому думаю, мы еще здесь пройдемся. Да и грибов здесь, я думаю, тоже валом, в принципе. И по тихой охоте здесь тоже можно очень неплохо, так скажем, отловиться. Ну все, давайте дальше увидимся. Все, пока, избушка. Давайте, мы выдвигаемся. Ну, все сыро как. Намочило, конечно, серьезно. Ладно. Прогуляемся еще. Тепло, очень сильно потеплело, конечно, по сравнению со вчерашним днем. Вчера мы что еще замерзшее было. С утра и не стоял, минус 3 было. А сейчас вроде как по прогнозу плюс 4. Второй еще улетел. Все-таки улыбнулась удача. Стрельнули лица, остановились. Вот он, красавчик. На супчик его запустим. Да, прогуляться здесь, конечно. Есть, да, свистит? Ну, он не свистел, он здесь. Поднял его? На земле, да. Второй еще где-то есть. Ну, круто, слушай. Ну, это не выводок. Годовал прошлый год. Ну, видишь, хоть не пустые, как говорится. Давай, давай, я сейчас догоню тебя. Так, ну что, дошли мы до машины. Дождь такой неприятный шел по дороге. Особо не видели птички. Но пару раз рябчиков встретили, стрельнул даже Андрюх. А так, что, отдохнули неплохо, хорошо провели время, уже позитивно набрали сил, энергии. Сейчас поедем попариться. Да, поедем в баньку, затопим, попаримся. И как бы уже так будем готовиться к рабочим будням. Всем спасибо, кто смотрел. Ну и до встречи на нашем канале. Всем пока.